Южнокорейские инвесторы намерены реализовать в Приморье проекты в сфере строительства и туризма. В приоритете такие, как казино, гольф-клуб и новый жилищный комплекс. Предметную реализацию каждого проекта обсудили Андрей Тарасенко и президент южнокорейской компании Мун Санджу. Глава региона подчеркнул, что сфера туризма сегодня одна из наиболее перспективных для развития бизнеса в Приморье. Отметил, что южнокорейским партнерам готов оказывать всяческую поддержку. Также предложил обратить внимание на потенциал сотрудничества в сфере нефтедобычи и нефтепереработки. Благодаря корейским инвестициям в Приморье может появиться гольф-клуб и новое казино. Еще один проект, в который могут вложиться иностранные партнеры – достройка гостиницы на мысе Бурном. Господин Мун также обозначил перспективы взаимодействия в области образования. Он предложил проработать вопрос о внедрении корейских информационных технологий в этой сфере.